Городской центр культуры на один день стал площадкой встречи юных эрудитов. Здесь состоялся заключительный областной этап правовой игры «Квиз Конституция». Несмотря на некоторые волнения, которые особенно ощущалось при общении с педагогами-менторами команд, атмосфера была достаточно дружелюбной и открытой. Приятно поражает то, что ребята интересуются историей нашей страны, знают ее в основном. Я желаю победить всем командам, но прежде всего своей команде «Архонт». 15 команд, 5 туров и ни одного повода для ошибки. Так как в зале оказались лучшие из лучших, то счет то и дело варьировался то в сторону одних, то в сторону других. Где-то вопросы затрагивали общую эрудицию школьников, где-то требовали досконального знания основных государственных документов, исторических событий, биографий политических и общественных деятелей. Было сложно, но благодаря нашему упорству, труду, интересу, мы смогли одержать победу на районном этапе. Наша команда работала очень слаженно, все готовились, несмотря на то, что было очень мало времени. То есть я очень рада своей команде. Мне кажется, каждый человек, гражданин своей страны, должен знать историю, культуру своей страны, так как это нужно всем, и без этого никак. Ребятам интересно, пытливый ум. Они действительно, некоторые готовятся, а некоторые действительно уже и знают историю своего родного края, историю, то есть создание Конституции, постулаты Конституции. Все это очень интересно и важно. Я считаю, что мы в любом случае такие игры будем проводить ежеквартально, охватывать всю область. Игра «Квиз Конституция», несмотря на то, что проходила впервые, особенно понравилась школьникам. Организаторы в лице представителей областного комитета БРСМ уверены, что это весьма интересное начало получит продолжение и в следующий раз соберет еще большее количество юных эрудитов, профессионально и досконально изучающих правовые основы государства.